калмыцкая песня о маме. Встречайте! Замечательного человека, учителя, наставника, как Альфия. И я очень счастлив, что в моей жизни есть такие люди. И я хотел бы Альфию поздравить с юбилеем словами нашего калмыцкого поэта Давида Кукультинова. «Одолевая неудачи, упрямо двигайся вперед, от всех свою усталость пряча, к той цели, что тебя зовет. Пусть даже велика помеха, не жалуйся и не робей, не льстись на блеске лжи успеха, и верь в себя, и верь в людей, и пред собой и миром прав, ты все ж достигнешь цели трудной.
той, что мелодией чудной тебя звала, тебя избрав. И по старинному калмыцкому обычаю я хотел бы поздравить Альфию, преподнеся вот этот вот белый шарфик, по-калмыцки называется хадак. Это символ у калмыков, белый цвет — это священный цвет, это с чистыми белыми пожеланиями, пожеланиями белой дороги, белой жизни. Я хочу от всего сердца поздравить ее, и чтобы она долго-долго радовала нас, и чтобы мы, так сказать, освещались и облагораживали, скажем так, ее творчеством, и вообще просто ее присутствием. Спасибо. Дар инде юхен атай, шо яланды хатер хаман аплай. Хис этменен бенге ауыр күддер, итке тишке тула яшке күддер. Тормуш болгас болды түрлі хэндер, аят күнді хам буранны мэддер. Хаклай хаман мене, атай ялын, барығы үсін тур рахмэтлі кабын. Атай ялығы, Альфия Агиева. Перед вами песня «Хагаш» исполняет Арсен Каримов. Встречайте!
выразить огромную благодарность Арсену за исполнение этой песни. Она мне очень дорога, потому что написана, стихи написаны отцом в 43-м году, когда он был в концлагере в Дахау. В возрасте 19 лет. И мне посчастливилось, мне Аллах дал возможности, или дар, или я не знаю, ну, подарил мелодию под эту песню. Она мне очень дорога. И то, что вот он так проникновенно исполняет, низкий ему поклон. Он, я надеюсь, что он донес на вас те чувства, те переживания, которые он в то время пережил. Спасибо большое. Урал Яштере. Школьный коллектив танцевального ансамбля башкирского «Алтынай». Художественный руководитель Назир Байдигитов.